Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел заседание комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации. Рассмотрен ход реализации проекта Smart Bridge, цифровизации местных исполнительных органов и земельных отношений. На данный момент автоматизировано более 80% государственных услуг. До конца текущего года планируется довести данный показатель до 90%. Глава правительства дал поручение министерствам сельского хозяйства, цифрового развития и акиматам до конца третьего квартала проработать проект необходимых поправок в земельное законодательство и внести в правительство.